Это самый популярный канал, на котором я вам рассказываю очень много интереснейшей информации из жизни известных людей. Алсу – известная российская певица. Полное имя звезды Алсу – Ралифовна Сафина. Ее хрупкий образ с сильным мелодичным голосом быстро завоевал сердца миллионов фанатов. Раньше певица любила посещать гламурные тусовки и всевозможные презентации. Но сейчас, выйдя замуж и родив троих детей, она ведет тихую семейную жизнь и редко радует своих поклонников новыми песнями. Многим фанатам певицы хотелось бы узнать, где же обитает их любимица. Но информации об этом очень мало. Дело в том, что певица и ее семья неоднократно подвергались преследованиям со стороны фанатов, поэтому Алсу очень тщательно скрывает место, где живет. Первую недвижимость девушка получила в подарок на свое совершеннолетие от родителей. Это шикарная квартира в Москве на Никитском бульваре, где и жила до замужества. Обстановка квартиры выдержана в классическом стиле. Там много комнат, есть сауна, а также кабинет отца, в котором находится много коллекций оружия. Поскольку в квартире ранее жили родители, а потом певица, все время была на гастролях или на учебе в Лондоне, то интерьер не меняла. В 2011 году Алсу и ее муж, бизнесмен Ян Абрамов, купили квартиру на 57 этаже в самом элитном небоскребе Москвы, жилищном комплексе «Триумф Палас». Апартаменты пары находятся прямо возле шпиля башни. Когда у пары появились дети, они решили, что дочкам Софине и Микелле необходим свежий воздух, и в 2014 году построили особняк на Рублевке. Дом находится недалеко от места, где живут родители Алсу. Дом Алсу на Рублевке, поговаривают, что дом приходилось сносить 5 раз, пока певица наконец не определилась с окончательным вариантом имения. Обстановкой дома звезда занималась лично сама, без помощи дизайнеров. Мебель для семьи певицы сделана из красного дерева и корейской березы, а полы из мрамора. Также Алсу очень любит тяжелые многоярусные хрустальные люстры и нежную лепнину на стенах и потолке, поэтому они тоже присутствуют в ее доме. Тут Алсу живет большее время в году. Еще у семьи певицы есть во владении небольшое поместье на ЮБК. Эту недвижимость папа Алсу подарил своим двум внучкам, чтобы у них было такое место, где можно покататься на лошадях и отдохнуть жарким летом. Шикарный дом находится в поселке Орловка на берегу моря, недалеко от города-героя Севастополя. Кроме дома, там есть личный причал с пляжем, вертолетная площадка, конюшня, небольшой театр, мечеть и пара теннисных кортов. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте, так что подписывайтесь.